Подождите, а мы тут подъем. А! Всем привет, всем здравствуйте. Сегодня 27 июля, и мы находимся неподалеку от деревни Молоди, на поле, где сегодня проходит 15-й фестиваль, посвященный Молодинской битве. Той самой битве, благодаря которой на долгих 20 лет были остановлены нашествия крымских татар на молодое тогда еще русское государство. Той самой, благодаря которой Иван Грозный доказал состоятельность молодого государства. Ну и, собственно говоря, сегодня гуляем, смотрим. Огромное количество мастер-классов, будет историческая реставрация. Ну что, поехали, смотрим. Всем хорошего дня. Который называется... Берете штампик, опускаем, прицеливаемся. Поможет? 100%. Не, и так нормально. Второй вариант. Растолочь сухие корни лопуха, растворить в масле ромашки, накладывать на кожу груди. Так, третий. Мне нравится. Так, что за лекция была? Это копченая. Еще раз хочу повторить, это битва, о которой мы знаем, кто воевал, сколько воевал, кто погиб. И самое главное, кто победил. Доберем.
Ничего себе. Или нет еще? Никто ничего не понимает, что происходит. Ну, красиво. Шапо. Знаешь, флаг красивый. О, вот подлет это отлично, тут написано, они сюда приехали. Ура! Ну, по идее, да, они... Ура! Исполняли вы хорошо. Но это они пленили. Видишь, они даже... Что? Ну, чтоб да, чтоб не показывали. Это не шашки, это типа... Не-не-не, это типа как... Ну, вполне вероятно, что у них там порох и пули были. О, одну шеренгу. Отлично. Шеренный заряд. Слушайте, вы вообще всем этим баловством за свой счет занимаетесь? Или вам кто-то платит? Нет, за свой счет. Слушай. Это битва, о которой мы знаем, кто воевал, сколько воевал, кто погиб. И самое главное, кто победил и как победил. А подтвердить археологию – это еще дело будущего. Это одна из немногих битв, которой мы можем гордиться. И я вас всех призываю это делать. Адреналин.